Что, какие планы на день? Планы очень серьезные. Спасать мир. Весь день проваляться на пляже. Ты же сгоришь. Слушай, вот вы говорите, что не сгорали, не сгорали. Я тоже так думал. Я сгорел. Ну, сгорим, ничего страшного. Что-то. Неделя под солнцем, вообще вся пипец. Вся спина вообще просто как ковром таким покрыта. Там, знаешь, не кожа, не знаю, как это назвать. Ну, все такое, как бы, вообще прям. Ну, вот расскажи, ты вот 9 месяцев прожил тут, и что, как сравнение? Я живу просто, кайфую. Кайфую тем, что здесь просто вот... Мозг всегда находится в такой охуенной работоспособности. Он все время готов еще работать на все 100% без всяких напрягов. Это тот самый огромный плюс именно Крыма, вообще Севастополя. Блин, я просто реально тут кайфую. Вот той движухи, которая вот как бы в Перми, там, в Москве. Возможно, когда-то какие-то моменты не хватает ее. Но на самом деле это намного лучше, когда вот так все спокойно, так не напряжно, все так четко вообще идет. Ты просто кайфуешь от того, что ты находишься реально в кайфовом месте.